Завтра на фабрике в 10 утра будут англичане набирать футбольную команду. Надоело перед тем унижаться. Возьмут в команду, не возьмут в команду. Пошли все к черту. Заходите. Не бойтесь. Я не боюсь. Улыбнитесь. Смотрите, как я улыбаюсь. Понял. Футбольное поле настоящее, чтобы с флажками по углам, чтобы там все линии были белые. А в воротах была металлическая сетка. Раздевайтесь, Андрей. Давай сделаем это вместе. Ты же гений. Замечательный, талантливый, быть может, даже физики. Только что ты с ума сошел, за что такие деньги, а? Нас никто не тронет, и мы сможем построить здесь стадион. Коля, откуда у нас такие деньги? В аптеке взял. Выиграем, отдадим. А если проиграем? Значит, надо выиграть. Ну что, господа? Приступим! 10-8. Готов за денежку. Превосходно. Я вчера вышла на улицу. Тебе что случилось-то? Да война началась. И поняла, как все изменилось. Был 19 век. Стал 20-й. Да, Саша, ужасно, что все это началось. Пойду добровольцем. Что происходит? Это просто мой старый друг. Вот этого не надо, слышишь? Не ругай меня. Маме только кажется, что мир держится вокруг нас. На самом деле, полюбили эти рыбы. Нас не станет, никто не заметится. Может быть, потом, лет через сто.